Добрый день. Меня зовут Максим. Хотел рассказать о своем опыте применения, использования практик энергодыханий под руководством Романа Карловского. Познакомились с Романом, с его техникой чуть больше года назад. Суть в том, что эти практики позволяют раскрыть проблемные зоны, накачать сильные стороны, выровняться, поставить цели, кому нужны цели, уйти в себя, кому нужно погружение в себя. То есть универсальный метод, который позволяет человеку развиваться именно в том направлении, в котором ему нужно. За чуть больше года моих практик с Романом произошли следующие изменения конкретно со мной. Придя первый раз на практику, я некоторое время находился без работы. Спустя месяц-полтора я нахожу работу по специальности. В принципе, все устраивает, интересное. Но спустя пару месяцев делают выгодное предложение. Перехожу на другую работу, которая позволяет уже к концу прошлого года переехать в собственный дом. Сейчас занимаемся обустройством, поэтому считаю, что многое, что произошло за этот период, благодаря именно практикам. Для меня практики делятся на две составляющие. Это практики, которые проходят в Москве в клубе «Сарасвати Плейс» на Старом Арбате. Там ты приходишь, как в тренажерный зал, пришел, прокачался раз в неделю, раз в две недели, поставил цели, намерения, либо зарядился, подпитал свои аккумуляторы и пошел в жизнь, в социум. Второй момент – это выездные ретриты. Выездные ретриты – это отдельная тема, потому что здесь настолько хорошее, плавное, но глубокое погружение, которое дает не то чтобы результаты, люди меняются в лучшую сторону. Благодаря тому, что Роман приглашает разных тренеров и спикеров, помимо его практик, группа познает намного больший спектр человеческих возможностей. Как человеческих возможностей, так и знакомства с различными видами энергии, либо энергетического воздействия. Здесь охота упомянуть о Филе и о Алине. То, что было на этом ретрите, школа психосоматики, новый опыт, новый взгляд на обыденность, новый подход к тому, что ты произносишь, как ты видишь людей, как ты с ними общаешься, на какие темы и как отвечают тебе люди. От себя Роману хотелось бы пожелать только успехов, только развития. Выездные ретриты построены грамотно, нацелены, в принципе, на большую аудиторию. Конечно, есть те люди, которым реально помогают. Приятно видеть изменившихся людей, отсюда уезжающих. Поэтому, Роман, я готов поддержать, готов помочь. И та цель, которая была озвучена на Open Space, готов приложить усилия для того, чтобы собрать людей. Спасибо.